Это Анапа – один из самых популярных курортов Кавказского предгорья. Ежегодно в этом приморском городе отдыхает несколько миллионов россиян. Курорт – прямой конкурент Крыма. Сюда приезжают те, кто не желает тратить деньги и время на дорогу до полуострова. И очереди на Керченской паромной переправе – не единственная причина, по которой эти туристы не выбрали отдых в Крыму. Крыму далеко еще, да. Инфраструктура такой, очень далеко там, во-первых, после дороже все, чем здесь. Потому что там идет наценка за переправу на мост. Вот люди стараются, перестраиваются понемножку, постепенно может там все наладится. Но я могу сравнить, что как Анапе до Турции, так и Крыму до Анапы. Ну, в Анапе цены в два раза дешевле. Еще рановато что-то говорить о Крыме. Люди туда рванулись, потому что там природа получше, понимаете? Сама природа, можжевельник, воздух, там чище, вот это в этом плане. Анапские цены и сервис нравятся далеко не всем российским туристам. Люди жалуются и на чистоту пляжей, и на то, что на долгожданный отдых пришлось изрядно потратиться. Дешевле просто. Видимо, за границу ездить дешевле, я вам скажу так. Билет стоит 40 тысяч. Приехать с Дальнего Востока, с Хабаровска, например. Поэтому не всем доступен такой отдых здесь у вас в Анапе. Нормально отдыхается. Вот еще бы пляжик убирали от водорослей, было бы вообще отлично. Некоторые россияне еще не привыкли, что сейчас Крым контролируется их государством. Потому и не задумываются об отдыхе на полуострове. Ну это Россия, ну не знаю, но мы еще туда пока не ездили, все сейчас впереди. Туристы рассказывают, не поехали в Крым, потому что не слышали о нем отзывов. Аргумент же в пользу Анапы – ее популярность среди россиян. А говорят, что это по России занимает второе место отдыха. Я так слыхала, всюду все говорят. Ну-ка, это, Галя, скажи-ка ты. Галя, ну скажи, встань. Про Крым особенно ничего не слышала. Крым Реалии сравнили цены на доступное жилье в российской Анапе и крымской Алуште. Номер на двоих человек в анапском отеле стоит в 1,5-2 раза дешевле, чем в крымском. Назар Сытник, Екатерина Матюпа, Анапа, Россия.